первая солнечная электростанция, которая будет подавать энергию на освещение трассы Одесса-Киев, появилась около Знаменки на 405-м километре шоссе. В областной службе автомобильных дорог говорят, что такое расположение выбрано не случайно. Там находится резкий поворот и начинается крутой подъем. С этим решением повністю відійшли від отримання там тих умов у обленерго, зекономили, звісно, кошти на тому, щоб будувати підстанцію, тягнути лінії живлення до ліхтарів. І таким чином ми маємо автономну повністю таку дві таких станції на Київ-Одеса, які освітлюють маршрут. Одна электростанция оборудована 48 батареями, 120 солнечными панелями и тремя трекерами, которые двигаются по Солнцу, чтобы получить больше полезной энергии. Станция питает 30 фонарей, чей запас работы 100 тысяч часов. В несолнечные дни освещение работает за счет генератора. В следующую подобную станцию планируют установить на 406-м километре трассы.